Транспортная доступность центра города – одна из самых обсуждаемых тем у жителей Куйбышевского района. В этой части Самары продолжается строительство подходов к Фрунзенскому мосту, и некоторый маршрут общественного транспорта пришлось отменить. Например, совсем недавно перестал ходить популярный троллейбус под номером 6, конечная остановка которого был губернский рынок. Но решение нашлось. Там демонтирована контактная сеть троллейбуса 6 маршрута. Соответственно, троллейбус этот не ходит по его маршруту. Предприятием был пущен автобус, к нам пошли обращения, в том числе через социальные сети, о том, что выпуск этих автобусов надо увеличить, он востребован, на нем ездят пассажиры. И с сегодняшнего дня на линию у нас вышло 4 автобуса, которые будут стабильно там работать каждый день. Дополнительные автобусы вместо привычных троллейбусов – временная мера, говорят специалисты департамента транспорта. После завершения строительства подходов к Фрунзенскому мосту демонтированные контактные электросети вернут на прежнее место, а с ними вернутся и троллейбусы. Будет приемлемо для тех, кто едет до гастронома, до остановки. Я думаю, нормально. Работают дополнительные автобусы в обычном для жителей режиме. В транспорте действует электронная оплата проезда и все виды социальных льгот, включая последнюю – скидка на проезд по карте МИР и карте жителей Самарской области. Кроме того, соблюдаются и противоковидные меры. Салоны автобусов ежедневно убирают и дезинфицируют все контактные поверхности. Также пассажирам напоминают и про обязательное соблюдение масочного режима. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.